Здравствуйте! 30 июня 23 лунный день. Создия Адия, сетки огня с элементом пространства. День высших сил, благоприятный для домашнего очага, ритуала почитания огня, исполнения желаний, ожидать приятную новость, проведение свадеб, создавать лекарства, строительство во всех благих делах. Неблагоприятный для определения места строительства, проводить прижигание, кровопускание, сотовство. День благоприятен для людей, родящих год свиньи и овцы. Неблагоприятен годам лошади, курицы и мыши. Стрижка волос к достатку и процветанию. И в Илгинском дацане Сацахуров Алтынгрыл. Начало 9 часов утра. И Намстрее. Начало в 11 часов дня. За финансовое и материальное благополучие. Будьте здоровыми!